Ребята, доброе утро, всем привет. Доброе утро, наконец-то. В России началось лето крайне позитивно. Просто много крайне. Так где? Так везде вроде именно примерно такая погода ужасная. Ужасная погода? Это просто жесть. Течет. Ой, как можно так? Как-то вот можно. Погода ад. Мы сейчас поедем скоро смотреть маленьких чуняточек. Может быть, себе одного возьмем. Ты еще рано начинаешь упрашивать, еще рано, Настя. Да просто я знаю, что они милашки. Короче, у нас сегодня день вообще, в принципе, основан на том, что мы сейчас поедем смотреть маленьких-маленьких осят, которым буквально хер знает сколько. У них только-только глаза открылись. Их еще не отдают, мне кажется. Их отдадут через месяц где-то только, наверное. Естественно, их сейчас не отдают, просто я тебе говорю, что мы вот прям... Ну, мало кто с такими играл. Прям, у которых вообще глазки... Что с ними играть ты? Просто буду плакать. И такие милые будут, еще такие прям мошечки. Мошечки такие будут у нас сегодня. Кто любит масечку, те смотрим дальше. Все, Настя, поехали. Собачка. Все, уезжаем к собачкам. Сегодня будет позитивный влог. Что с маленьким сидеть вот так вот? Давай одевайся, еще до футболки так ходишь. Подожди, я уже вон оделся. Хорошо поется песня, потому что мы едем хаски. Все, чуть-чуть уже. Как чуть-чуть целый час ехали? Из Перми вот выехали, скоро уже почти приедем. Маленькие. Такие хорошенькие, наверное. Смотрите, спят пока. А вот они, малютки. Такие хорошенькие. А это мама, да? Это мама, да. Мама, как маму зовут? Ну так-то Стефани, но мы с Тесса зовем. Ну вот смотрите, вот это две девочки. Одна светлая блондинка, одна черная. Угу. Вот. А там все пацаны. Это все парни, да. Ой, такие прикольные. Да ты твое гувешки. Твое добро. Она красивая очень, вот. Вот, и маски у них тоже будут меняться. У них сейчас маска вот пошла уже формироваться. Вот. Они как очки сейчас будут кругами ходить, mm-hmm. А потом вот так вот остановятся. Ну вот у нас, по крайней мере, у матери остановились. Этот вообще супер шоколадный мальчик. Этот хурелки окрас, считай, да? Шоколадик. И шоколадный. И считай, вот у Берна нету маски, а у этого маска есть. А этот вот вообще такой пушистый. А этот смотри, какой он пушистый. Папа мой. Я не знаю, в кого он. Всех вот бабок, дедок они собрали. Ты хорошки. Вообще. То за хвост, то за ногу друг друга. Лявочки такие, да? Да. Маленькие. Нравится тебе, да?
Нам бы что не делали, скажи. Главное, что-нибудь делали. Все. Кайф. Кайф. Лев. Зубки, зубки уже остренькие, да? Так вот, да. Кусать уже начинают титьки-то. А, вкусная у тебя лапка, да? Лапками делает. Что-то я не понял, что это такое. Такая прям ребеночек. Что-то все. Ничего себе какое, а? Мам! Ой, ты чего так больно? Да не делай. Больно же. Больно же. Ты кусака? Какой кусака? Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to... Сейчас будет. Все, сидим. Сидим. Все? All your feelings. But you have to admit I already... Возьми. А мне кто-то написал. Где на тебя кто-то сел, нормально? Был в кадрах. Иди хоть промой тогда. Да, и что там у них водичка-то еще? Конечно, ты что, водичка? Там молоком пахнет. Просыпаемся! Че все уснули? Не записывали на меня, и уснули. Вот ты на меня не писай, я забыла. Прощаемся с нашими хосятами маленькими. Но вы с ними можете не попрощаться, а наоборот поздороваться, потому что они сейчас продаются. Вся информация будет в описании. Эти маленькие спят. Мама провожает нас. Ну так она привыкла всех провожать уже. Мелкий. Настя обоссенная сидит. Ей пофиг, ей прикольно. Кстати, спасибо Оскару. Да, он нас вывел на таких маленьких хороших щеняточек, да? И опять. А Настя обоссенная. Ей пофиг. Вот так вот. Едем домой. На улице погодка. Плюс 30. Жара, солнце. Майами. Майами. Я все волнуюсь, лишь бы на зеркало не отпало, которое на клей присобачено. Да-да-да. Короче. Говори. Говори. В общем, ребята, пробка ужасная там. И мы решили переждать в магазине. Сейчас да, город попали. Сейчас пробкой адовая просто. Мы сейчас решили, что лучше здесь пешило и потусоваться маленечко. Все, мы братишки. Пока Настя там смотрит какую-то фигню. Купил наконец-то крепление в тачку. Так что сейчас мы будем более стабильны. Камера не будет падать, как сегодня днем. В общем, вот. Не, Настя, побегай. Смотри, какой охерительный. Не, прикольный вообще. Обычный купальник? Нет, не прикольный вообще. Да давай померим. Дорогой. Сколько? Я сразу захочу. Сколько? Он вообще жестко откровенный. Это жесткий перебор, я даже видео, мне кажется, буду закрывать. Что там? Идет? Не знаю, идет, наверное. Все. Теперь вы у нас закреплены. Теперь вам будет удобнее смотреть за нашими поездюльками. А мы точно входим в камеру? Да. Давай чуть-чуть можно в тебя. В тебя. О. Нормально? Да. Так грустно, такой офигенный купальник был. Паша сказал, нельзя так у тебя покупать, потому что слишком откровенно все, у тебя там все вываливается, все видно. Там вообще просто, я не знаю. Я говорю, я даже не придется этот, прикрывать там все. Как вам нравится тут висеть, друзья? А? Здесь, да, нравится. Друзья, нравится? Смотрите, едем, все. Камера висит. А у тебя что, видеорегистратор?
Это да, это видеорегистратор. Он просто... Я так и подумала. Милый дом, что-то я даже устал. Радонечка. Соскучились по дому. Все. Сейчас нужно срочно учить урочки. Да? Сейчас мы покушаем, делаем уроки и все. Да? Скука. Так, тут пришло предупреждение МЧС России. Так что 9 июня 2017 года будет веселый влог. Готовимся. Потому что у нас придет сумасшедший ветер, тот самый. Точно, спасибо моему комментатору в этом Дискорде. 10 июня будет влог, потому что 9 июня мы будем снимать его. Вот так. Все, всем добра. Достигать ветер будет 15-20 метров в секунду. Ох, счастье. Времени уже 1:00 ночи, Настя только закончила учить уроки. Ну что делать? Ничего. Всем спокойной ночи, друзья. До завтра, до скорых встреч. Сегодня было хорошо, завтра будет лучше. Пока. Пока-пока.